В американском штате Мэриленд небывалое наводнение. Оно уже унесло жизни двух человек, мужчины и женщины. Они захлебнулись, когда их автомобили смыло потоком воды. Отметь, что подобных жертв могло бы быть и больше, если бы не местные жители. Они приходили на помощь друг другу. И вот пример этому. Чтобы устоять в бурлящем потоке, мужчины выстроились в живую цепь и даже спасли женщину. Причиной наводнения стали реки, которые вышли из берегов. Основной удар пришелся по городу Элликотт-Сити. Стихия нанесла ему серьезный ущерб. Вода повредила здания. Во многих домах вырваны двери. Автомобили вообще как щепки швыряло друг на друга. Около 200 машин пострадали от наводнения. Городские власти объявили чрезвычайное положение в Элликотт-Сити. Они призывают людей не выходить на улицу. За ночь пожарные спасли 120 человек. Теперь властям предстоит восстановить городскую инфраструктуру и подсчитать ущерб от наводнения.